Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Ну идите, Артём. Медицинских показаний вас задерживать у меня нет. А вот работа есть. Иди, Артём. Иди сюда, доченька. Тебе вправду пора. Я тут недолго пробуду. Не смотри. Что там, кого, папа? Кого повезли? Что? Не видно тебе. Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий это, Юрка. Убейте меня! Убейте! Убейте меня! Убейте! Эй, кто-нибудь! Эй! Не плачь, Саша. Что теперь делать? Что делать, доктор? Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего 2. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, все понимаю. Отлично. Сказали же им все вещи сдать. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то ничего, а нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами, и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции. Хотя установишь тут, ага, 3 раза с кисточкой. Ну, начальству виднее. Дальше, охрана, дальше. Проходите. Со всеми вопросами к врачу. Вы смогли выделить возбудителя? Удыхаются такие эпидемии? И да, и нет. Похоже на то. Это какой-то штамм вируса. Давай пройдемся по факту. Но пусть и его нет смысла. Он уже практически утратил проблемы. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые 2 дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Попытки скрыть проявление симптомов будут расцениваться как враждебные действия и караться со всей строгостью.
вниманию беженцев. Обращаться к медицинскому персоналу и охране разрешается только... Вы не имеете права! Немедленно пропустите! Мы здоровы! Стойте! Пропустите! Пропустите меня! Пропустите! Разойдитесь или лишите им оружие! Стой, стреляй! Стой, кому говорю! Пропустите меня! Вот пора! Говорили же, стоять! Каждый день такое, каждый день! Сколько можно? Опять бумагу переводить! Вот уроды, ну не могут без выборка! Очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Но поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ган заберет. Ну пропустите! Ганза предоставила вам убежище. Нельзя! Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался? А ты думал? Ясно весь. А я думал, у тебя мозгов хватит хоть что-то протащить. А сам чё, раз такой умный? Ты мне погрызайся тут! Чё делать теперь будем? А что тут делать? В карантине сидеть. А ну, как они придут за товаром? Так скажем, где, пусть забирают. А красные? Может, они до того увянут? Да, ща. Они там надолго засели. Что-то придумаем. Сейчас уже думать надо. Потом поздно будет. Ну, давай сейчас тогда. Не, ну, я даже не знаю. Тьфу, мыслители, блядь. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли, но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артем, путь нам предстоит не близкий, так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А подходи, рейнджер, подходи. Есть отличные образцы. Что-то беженцев этим, дела никакого. Ну я пока. Думал, заходи есть. Еще, поторгуемся. С ними не подходи, угроз. Подходи. Такого и у вас. В Спарте нет. Мины отлично перекрывают торговые пути конкурента. Одной гранатой можно убить сразу нескольких. Очень выгодно. Эй, рейнджер, нужны патроны? Отборные шарики, недорого. Выгодная покупка. Покупай смело, дешевле не найдешь. Покупай, покупай, окупятся еще как.
Отличный патрон, мощный. Очень да выгодно получается. Работа у них такая. Счастливо. Да не стесняйся, подходи. Как для тебя, я еще и скидку сделаю. Удачи в бизнесе, Рейзер. С красными воевали. Что-то я не слышал. Самый выгодный патрон, точно тебе говорю. Покупай, лучшей цены тебе никто не даст. Не влезет столько. Места у тебя мало. Покупай смело, дешевле не найдешь. Есть ножи да метательные, недорого. Приходи там еще. Какие расплодятся. Поле сразу их и высылает, спартанцев этих. Обрати внимание, Артем, какие средства ГАН забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать внимание умеют. На платформе. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннеле, Грейнджер! В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место – метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане – сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное – непозволительная сейчас роскошь. В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю... Поезд с Черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем! Аккуратней там с генераторами! Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук — безжизненная и бездушная конструкция. Но есть метро особое место. Там мало кто бывает.